Охуеть. Внимание, группа Бейкера. Дело серьезное. Операция «Оверлорд». Вторжение в Нормандию с воздуха и с моря. Час Ч. День Д. Морская пехота атакует 5 районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Амаха, Золото, Джуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Амаха будут атакованы 3 дивизиями наших пехотинцев. В это же время 2 британских и 1 канадская дивизия ударят по районам Золота, Джуна и Меч. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Ч. До начала бомбардировок с воздуха и с моря. 6-я британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. И в это же самое время 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. Устья реки Дус разделяют районы Юта и Амаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Дус, соединяющие районы Юта и Амаха, чтобы прикрыть с фланга район Юта. Эта большая дорога пролегает через весь Котантенский полуостров. В этом районе сосредоточено особенно много немецких войск. Когда они пойдут в контратаку, им придется идти по этой дороге. 101-я должна позаботиться о том, чтобы они не прошли. Группа Бейкера, то есть мы, будет находиться на этой дамбе. Разведчики, как, например, рядовой Мартин, будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни, чтобы пометить зону приземления. Однако мы не можем знать, что произойдет, когда мы окажемся на земле. Так что я хочу, чтобы вы ознакомились со всеми целями каждого отделения 101-й и 82-й дивизий. Кроме того, я хочу, чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их. Мы высадимся за Атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами. Нас ни в коем случае не должны обнаружить, пока до часа Ч не останется не больше нескольких часов. Это и есть то, к чему нас готовили. Удачи! Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в Call of Duty, первую часть. Начинаем! Конечно, без палева приземлился, но согласен, ничего не цей. Куда, сука, стай? Второй раз. Как всю хуйню вырубить? Что ты сейчас так налепался? Поярче. Ob die Alliierten schon einmarschiert sind, wir werden es als erstes wissen. Sie kommen mitten in Saint-Mary-Glise. Falsch. Der Lama Roosevelt und Vetter Churchill würden hier niemals... Oh, суки, блядь, а? Петарасы убили мне. Na, weil sie diesen Sektor schon seit Wochen bombardieren. Na und? Die bombardieren doch alles. Was sollte die hier schon besonders interessieren? Пацаны, как дела, ну? Schade. Бачу, заебись, на заработай хуй. Я так понял, сейчас поставлю маяк и начнется якось хуйня, да? Ну, это ж была моя задача. Хуёво, немцы злятся, сука. Треба йти сюди. Оооо!
пошли, мои хорошие, нахуй, десант. Что, пацаны, нахуй? Ребята, туда, к стене! Занять оборонительную позицию! Ложись! Куда? Ба, я сумел это сделать. Если вообще не активировать здесь патроны, ну вообще там нихуя ничего. Понимаю, вообще ты так три гранаты. Нихуя. Все, ребят, до следующей серии. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.